Smart Plus. Привет! Вы помните историю с телефоном Lenovo P2, когда он обрел вторую жизнь и стал очень популярен? Причина банальна, он сильно просел в цене по сравнению с изначальной, его стали хватать как горячие пирожки. И тут у нас гость с такой же судьбой. Перед вами смартфон Nubia M2. Еще год назад он стоил 450 баксов. Вы можете себе это представить, елки-палки, зажрали за ты тогда? Но поняли, что такие цены не прокатят, умерили аппетит, и теперь данный смарт доступен по смешной цене в 160 баксов, при том, что имеет отличные характеристики за эти деньги. Ну что же, давайте смотреть ближе. Замечу сразу, что внешность и восприятие действительно флагманское. Цельнометаллический корпус, никаких пластиковых вставок, лишь стильные полоски для приема сигнала и полированные грани. И что сразу замечаешь, это действительно тонкий корпус, всего 7 мм при весе в 168 грамм. Габариты стандартны для 5,5-дюймовых смартфонов, по сравнению с Meizu M6 Note чуть-чуть покороче. Цвет может быть черным или золотистым, как в моем случае. Но золото не цыганско-желтое, ближе к серебристому. В общем, приятный и не вызывающий цвет. Яркий красный круг на центральной сенсорной кнопке подчеркивает происхождение от ZTE. Кому как, а мне нравится, хоть как-то разбавляет однообразие одноликих и похожих смартфонов. Еще добавляет шарма две кнопки подсветки красного цвета. Когда вы находитесь в слабо освещенной комнате, выглядит это футуристично. Красные кнопки на белом фоне, как по мне, зачет. Сами кнопки тут сенсорные, не на экранные, что встречается реже и реже, но это удобно, черт возьми. Кстати, подсветка кнопок выполняет еще одну функцию, это еще и индикатор событий. Интересное решение. Центральная, кстати, тоже не физическая, а сенсорная. В нее встроен сканер отпечатка пальцев, и работает он очень хорошо, ошибок практически нет. И скорость хорошая, а главное, что все это на лицевой части, и вам не нужно поднимать телефон со стола, чтобы разблокировать, если он лежит. При разблокировке выдает звуки застолья, вот такая почему-то ассоциация. Стекло 2.5D с отличным олеофобным покрытием, без стекла и пленок пользоваться одно удовольствие. Стандартный набор датчиков на месте, рядом с фронталкой. Кнопки громкости выполнены чуть нестандартно, на левой грани, к чему очень быстро привыкаешь и нет никакого дискомфорта. Справа лоток на две сим-карты или симку и память, и кнопка включения. Понравилось, что 3.5 джек у нас снизу, думаю, это более удобно, чем сверху. Если вы слушаете музыку через наушники в дороге и ложите смартфон в карман, его не нужно вертеть в руке. Динамик, микрофон и USB Type-C тоже внизу. Сверху в одиночестве скучает микрофон шумоподавления, сзади все минималистично. Камера имеет характерный красный ободок и рядом двойная светодиодная вспышка. В руке телефон лежит как влитой, вес комфортный и за счет тонкого корпуса им приятно пользоваться, а также подойдет девушкам, которые любят ускочить, карман сильно не оттопырит. У меня глобальная версия данного смартфона, советую брать именно ее, потому что данная версия имеет все нужные частоты LTE и из завода мультиязычную глобальную прошивку. Все, что вам нужно, достали и пользуйтесь. Также тут блок быстрой зарядки под наши розетки. Я слышал, что тут есть рандом и попадаются разные зарядники, так что смотрите. В общем, в описании ссылка на продавца, где я брал. Тут пришло то, что нужно, да еще и надежно запаковано вот в такой воздушный матрас. Мне изначально даже коробка пришла запечатана в заводскую пленку. В комплекте кабель USB Type-C, блок быстрой зарядки, мануал пользователя, где, кстати, можно увидеть поддержку всех частот, скрепка для лотка. Также пустой гарантийный талон. В общем, что сам телефон, что коробка, комплектация чувствуется далеко не подвал. Экран у нас 5,5 дюймов, классического формата 16:9. Конечно же, Full HD матрица, Super AMOLED, мультитач на 10 касаний. Цвета после IPS матриц кажутся перенасыщенными. Нужно привыкать первое время. Но самое интересное, что я не нашел способ выставить насыщенность ближе к натуральной, поскольку не люблю перенасыщенные цвета. Но есть много пользователей, которые наоборот, после AMOLED матриц не хотят смотреть в сторону IPS.
Единственное, что тут можно поменять, цветовую температуру. Тут глубокий черный цвет, что свойственно всем AMOLED'ам. Но и шим есть само собой. Впрочем, как и во всех AMOLED'ах. Не будем заострять внимание, на канале есть ролик на эту тему, переходите, смотрите. В смартфоне установлено 4 ГБ оперативной и целых 64 внутренней памяти, что хватит большинству на сегодня. Процессор хорошо знакомый Snapdragon 625. Это проверенное временем решение, которого, я уверен, хватит еще надолго для большинства задач. Но называть его игровым в широком понимании, конечно, нельзя. Большинство игр будут идти на максимальных или средних настройках. В танках по стандарту нужно выставить средние, без теней, или минимальные настройки. В игре PUBG вы не сможете переключиться на максимальную или хотя бы среднюю графику. Сама игра знает, что это за процесс, и доступны только минимальные настройки. Но, повторюсь, это касается парочки самых тяжелых по графике игр на сегодня. С остальными проблем не будет. Смартфон работает не на самом свежем Android 6 под оболочкой Nubia UI, что добавляет смартфону множество различных фишек. Например, разделение экрана реализовано тут очень удобно, его можно вызывать прямо из шторки, как и закрыть. Также можно активировать различные функции управления жестами. Мне понравилась регулировка яркости экрана, проведя двумя пальцами по краям. Теперь в шторку лезть не нужно. Можно жестами переключаться между приложениями, ну и так далее. Но если вы сильно достанете телефон своими жестами, будет вот что. Звонилка тоже реализована неплохо, и главное, что есть поиск русскими символами. По датчикам тут тоже полный порядок, что неудивительно. Вспомним, сколько изначально стоил телефон, потому и гироскоп, и компас, все на месте. Wi-Fi работает отлично, 5 ГГц поддерживается, Bluetooth версии 4.1. Как звонилкой пользоваться, одно удовольствие, поскольку звук из разговорного динамика хороший и четкий, собеседники тоже не жаловались. NFC данный телефон не поддерживает. Камеры. Телефон имеет двойную камеру с цветным и монохромным сенсором. Оба на 13 мегапикселей, сенсоры среднего уровня от Sony с оптикой f2.2, что означает, что чем больше света, тем лучше. И это неудивительно в случае со смартфонами. В настройках множество пресетов, а также ручных настроек. И для людей, которые умеют фотографировать, тут будет в чем покопаться. Можно настраивать и вдоль, и поперек. Перед вами фото в автоматическом режиме и HDR. По-моему, неплохо. При условии, что освещение хорошее. Если темнее, то шумов, конечно, не избежать. Также тут есть режим стерео, который привнесет в фото эффект боке. Но тут он почему-то называется книга. Вот так четко перевели. Фото на ваших экранах. И вы знаете... What the fuck is this? По-моему, данный режим лучше подойдет лысым людям, поскольку почти всегда он замыливает часть волос. Видео может писать в 4К, также доступен режим Full HD 60 кадров, что добавляет плавности при съемке. Заметил, что иногда есть микрорывки в конечном результате. Также при съемке может прыгать автофокус. Стабилизации тоже нет. Проверка звука на камеру Nubia M2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. По этим причинам я не могу сказать, что это камерафон и акцентировать на камере, как на достоинстве данного смартфона. Селфи-камера тут на 16 мегапикселей, и для отличных селфи тоже нужно хорошее освещение. В противном случае шумов и размытости не избежать. Как по мне, камеры тут на свои $160, и не более. Звук. Из внешнего динамика звук неплохой и достаточно громкий, и рингтон вы точно не пропустите. Просматривая фильмы и видео, тоже будете довольны. Зрение. То же самое сделайте в браузере и соцсетях. Второе. Как бы странно ни звучало, используйте девайсы с большим экраном. Касаемо наушников, аудиофилы проходите мимо. Ничего выдающегося, хоть и по частотам нормально. Dolby Atmos, который включен по умолчанию, нужно выключить. Хотя поэкспериментировать можно, но без него, по-моему, лучше. Запас громкости небольшой, но мне хватает во вкладышах. Хоть скажу, что очень громко не люблю слушать музыку. В наушниках с большим сопротивлением громкости маловато. Кому нужна громкость в наушниках, это не громкий в этом плане аппарат. Автономность. Тут все отлично. За счет AMOLED матрицы и ПО аппарат держится молодцом в этом плане. Емкость аккумулятора 3630 мА.
При просмотре YouTube за 30 минут аппарат теряет 4% заряда, полчаса игры отбирает 6% заряда. К зарядке тоже никаких претензий, примерно за 1:40 ваш телефон будет заряжен полностью. Думаю, пора подытожить. Смартфон стоит своих теперешних денег определенно, если вы любитель ярких AMOLED-экранов. Он повторил судьбу Lenovo P2, когда он стал очень хорошо продаваться со снижением цены. Потом народ раскупил его немного, и цены снова взлетели. С этим будет то же самое. Так что, кто думал о покупке, пора спешить брать. Аппарат тонкий, красивый, монолитный, с хорошей оболочкой, с хорошей автономностью. На любителя будет AMOLED-экран с его перенасыщенной цветопередачей и так далее. Но для многих это наоборот плюс, так что тут вам решать. Камеры, по-моему, не шедевр, есть недостатки, но за такие деньги очень даже простительны эти косячки. Звучок хорош у динамиков, а вот через наушники, эх, кому-то может быть и тихий. Памяти хоть отбавляй, такой вариант в 2018 году это то, что доктор прописал. Производительности хватает и еще долго будет хватать для всех основных задач. Вот такой аппаратец, в общем, недорогой и сбалансированный по характеристикам. Ну и главное, мое дело рассказать, ваше дело поддержать лайком, ну и подпиской, конечно. А с вами был Smart Plus, удачных и выгодных покупок вам и всем пока, друзья!